Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 10-й выпуск 3-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске доварил 3 магазина для АК на 60 патронов и сдал квест прапору «Рожки для мороженого». Затем в лесу закрыл квест «Путь выживальщика. Раненый зверь». В общагах таможни с боем удалось вынести кейс и закрыть квест «Тряхнуть кассира для прапора». А на заводе также с боем нашел тело посыльного и донес послание прапора для терапевта, что позволило закрыть квест и почтальон Печкин, часть первая и часть вторая. Вазап, Федор, Оладушек, Антон, Туфри Инферно, Попытка не пытка, Ликдор, Дроид, Каптура, Сталкер Саня, Честер, NVL, Сирота, Эдвард, Иван, Игорь, Самурай, Шухард, Артем и Ильнур. Спасибо вам большое за нескромную поддержку и бодрое словцо. Иришке от сталкера Сани привет, Андрею из партии от Артема привет. Газан, кстати, если сегодня не найду, то поставлю на варку к следующему выпуску, чтобы он был готов у меня. Всем приятного просмотра. Так. Ой, мать моя женщина, что тут мне насыпали-то в карманы с... И офис Олли. И 222-й восточки. Ключ-карта. Можешь сразу домой, слушай. На... Ой. Нафиг этот газан. Я бы, если честно, сразу же домой пошел. Ой, ребята лазят. Хороший рейд, слушай, пацаны. Ну, начался, по крайней мере, хорошо. Так, 22 минуты. Да не, нафиг. Я, короче, рисковать картой. Ключ картой не хочу. Я пойду домой лучше. За дикого же не бывает пробежки, насколько я помню. Изи лут? Так. Две минутки почти, 400 очей, еще и выжил, так что... 222-й, офис Олли, это не логистики случайно? Нет, офис администратора, ну ладно. Тоже пойдет. И ключ-карта белая от лаборатории с галочкой, она мне нужна будет по квесту для егеря. Я не помню, у меня есть или нет. О, да, это вторая как раз карта. Прикинь, у меня все, квесты для егеря готовы, две ключ-карты. Нормальный рейд. Убежище готов в тир, можно его устанавливать. И теперь перед выходом в рейд, если будет такая необходимость, мы сможем протестировать какое-либо оружие. Еще один квестовый предмет сварился у меня в медблоке. Это портативный дефибриллятор, и я его оставлю в схроне. Будет от егеря, если не ошибаюсь, квест, по которому нужно будет сдать как раз таки этот самый дефибриллятор с галочкой. В планах на сегодня путь выживальщика к Пыш. Мне необходимо убить диких в лесу в одном рейде, не используя при этом медицину. Это надо будет за ЧВК выходить однозначно. Есть ежедневные квесты, которые можно будет параллельно сегодня делать. Шприц с морфием я уже передал терапевту, нужно будет найти только таблетки и анальгин с галочкой. И барахольщик подъехал с интересным квестом ежедневно. Мне необходимо просто выжить и выйти с локации лес. Я как раз в лес намолился. И сегодня я уверен, что открою барахольщика, потому что до 17 уровня у меня осталось чуть меньше 6000 очков опыта. Для прогулки в лес, пожалуй, возьму трофейную М4А1. Я ее с общаги вытащил в прошлом выпуске. Она, я думаю, мне подойдет. Единственное, я тут прицельчик поменяю на какой-нибудь штурмовой. ЧВК лес. И час дня. И страховать буду. Валы, ну буду страховать. Блин, 33 куска. Ёпресы ты, у меня столько денег-то. Ладно, страхуем, поехали. Опять же, будет все зависеть от места высадки. Где появлюсь, оттуда и будем плясать. Ну, в общем, мне надо троих диких без медицины убить. Найти анальгин по возможности и просто свалить с локации. Ничего себе меня подкинуло. Ты нормально так. Ёлки-палки, тут кратность-то не меняется. Надо было коллиматор поставить еще наверх. Так... Рискнуть пойти в сторону окраин?
Но у меня, если ПВП сейчас будет, то я костей не соберу, ей-богу. Ладно, берем анальгин. И сразу чешем отсюда в сторону деревни. Под скалы, точнее, под скалами посмотрим дикого. Так, таблетки, таблетки. Как назло, ни одной таблетки, да? Понятно. Так. Не хотелось бы мне здесь задерживаться, если честно. 5 медхлам, морфий. Аугументин. Еще аугументин, по-моему. А самого простейшего нет. Шина есть. Но если я в деревне не уеду, то мне... Да что такое? Нифига себе тут вкусняхи. То мне придется аж на ЗБ-14 убежать. Ну да. Я тут без прицела сейчас так настреляю, что мама не горюй. Все патроны, блин, потрачу. Что тогда? Один готов? Я думаю, в сторону ЗБ будет логичнее бежать. Ну как логичнее? Проще, что ли, бежать? Там где-нибудь на доме диких можно будет найти. Клиентов. Лесопилка. Еще кто-то, что ли? Или кажется мне? Это что за кипарик? Чудесная барахлишка, конечно. Моднёвая. Что с ней? Вот, ну, поклепа. За счет грубого поклепа? Что это за дичь? Ну давай. Попробуем. Сориентироваться на местности, как говорится. Шума дали, там теперь на открытую. Нежелательно бы вылазить, да?
Таблетки я, кстати, так и не нашел. Дай бог с этими таблетками. ЗБ-14. Все, идем тогда на окраину потихоньку. Сейчас внимательно это все надо будет посмотреть, осмотреть тут. Чтобы никто мне не помешал. По крайней мере, хотя бы перебежать. Не помешал никто. А там что-нибудь уже на месте придумаем. Ох, сейчас было бы неплохо, да, кого-нибудь цепануть еще из диких, чтобы там меньше было блукать нужно. Да вроде тихо. Сейчас бы таблеточкой вкинуться. Перед спринтом. Но нельзя. Главное на автомате не нажать ни на какую кнопку из быстрого доступа. Просто адекватно бежать. Если что, даже помереть не жалко. Даже если я умру, но при этом не использую медицину. Следующий рейд за ЧВК, когда я буду выходить, продолжается будет выполнять этот... Будет продолжать... Господи, как выразиться? Этот квест будет продолжать выполняться. Во. Что насчет снайпера на скале? О, есть, слушай. А давай попробуем. Так вот подползем. Так вот прицелимся, дыхание задержать. Попал. Чик убежал. Ладно, ждем что ли? Я могу так хоть до вечера. Давай, рожай. Твою мать. Чуть не обделался. А, вон он. Так. Нет, один только. Что тогда, отпустить его? Что-то там какой-то замес начинается в лесопилке внизу. Патроны сразу в магазин докину. Да мне ЧВК не нужны. Так-то. Пару раз точно попал, в общем, по нему. И факт новый. Сачок. Есть. А это кто-то в 1, 2, 3, прям там во времянках, да? Шатается. О, вышел, вышел. Красавец. А ну-ка. Вот это попал. Блин, не попал. Да заколебал ты.
Там деловой такой шмаляет. Может, помочь ему диких подстрелять, да и уйти? Или сами с усами. А ведь тот дикий на скале может и отличиться. Если медицина есть, да? Один так и висит. У нас гости. Уф. Я готов поспорить, что он пошел крыть своего кореша. Так что надо отсюда делать ноги, ребята. Ёпарасоты у него тут. Я пошел. Блин, можно было бы того дикаря дострелять, да еще попялиться, но если он не один, что вполне возможно. Опа, дикий. Попал? Попал. Прям в жбан попал ему, по-моему. Все, последний остался. Я думаю, на доме диких будет кто-то из дикарей дежурить. Заберем. Так, что мы можем? Так он еще и с тепловизором, прикинь, М700. Нифига себе, клиент какой жесткий. Он с теплаком где-то меня светанул, да? Так, это что такое? Так, ну я ближе сразу к краю сюда. Пожалуй.
Туда точно не добивает он. А может теплак на М-ку воткнуть тупо? Все равно я с нее стреляю, как с этой, да? Как с оптики. Получится, не получится. Так, а где это крепление? А, вот оно. Ищу крепление, а там прицел целый. Так, это сюда. Ну давайте, пацанчики, всего один остался, и я пошел. Блин, ну неужели ни одного дикаря не будет, а? А, нет, есть. Да он, кстати, видит меня, по-моему. Готово. Все, никого не буду ни смотреть. Не проверять, просто пойду домой. Чтобы было хорошо, чтобы было правильно. Ломана. Сходил, квест сделал. Ломана. 20 минут, ни много, ни мало. Нифига себе. Я думал, быстрее все это дело, конечно, получится. Ну, так уже закрутилось, завертелось. Да спавн неудобный просто получился. Итак, путь выживальщика Крепыш. Можем закрывать квест. И один из ежедневных квестов, выжить в эти с локации лес, тоже закрываем квест. Есть возможность разблокировать барахольщика и закрыть квест только бизнес. Для этого мне нужно всего ничего. Там 300 тысяч, получается, наторговать с ним примерно. Окей, продаем трофеи. То, что нарыл в рейдах. Этого как раз будет достаточно. Бам. Продается, говорит, картоха. Сочная, мощная, восточная. Автоматом закрывается квест «Только бизнес». Достигли второго уровня лояльности с барахольщиком. Вот теперь он мне насыпал квестов. Вернем ультры былое величие. Убить диких на развязке 25 голов. Распродажа. Проверить 5 магазинов одежды. Топливный вопрос. Пометить маркером МС-2000 2 цистерны с топливом на резерве. Че, давай еще разок за дикого тогда на развязку. Посмотрим газоанализатор. Посмотрим, может быть, таблетки. Таблетки у него там в карманах заспавнятся, получится дейли квест какой-нибудь закрыть. Туда же на развязку пойдем. Нормально тут встречают пацанчики. Ибупрофен. Бинт. Еще бинт. И с Джейкой. С Джейку продать можно будет неплохо. Ну или с собой таскать потом. Может где что пригодится. И рассказываю, как будто уже все продаю тут. Как будто уже вышел из рейда. Так, я в идее, да? Идея. Можно будет... А. Ого, это на кассах, что ли? А, нет, это центр. Все, нормально. Я тогда пойду по другому пути. Заглянуть еще, если получится. Попробую в... Это самое. Как ее фамилия? Тец. Она самая. Тец.
Ну, сначала в офис зайду. Так, а чего у меня VoIP включил? А то вдруг пищать надо будет. Не застрелю, так запищу кого-нибудь. Ну, ё-моё. А я не в то... Время не в том месте, да? Да ладно. Уже открыто? Не понял. Вычистили, значит. Ну ладно. Территорию вот этой ТЭЦ сначала посмотрю. И если ничего не найду и ничего не приключится, то пойду через складскую вот эту зону. Пошарю по полочкам. Там мне ключи эти... Опа. Что за черт такой там страшный? Какой-то лутака. Ой, ё-моё, напугал. Так, что там, есть кого, нет? Чё? Ничего тут. Есть там что? Молчит. Имитирует лутание. На самом деле он даже не открывает, короче, эту штуку. Но тут все почистили пацанчики. Но оно частенько бывает так, что ребята просто не обращают на некоторые вещи внимания. Например, ключи рожковые, да? На 22. Чики-брики, пальчик вытяни. А мне они нужны. Там как раз пищеблок. Хотя это все можно, конечно, купить сейчас на барахолке. Но зачем покупать на барахолке? Это что, блин, обнаглел, что ли? Я посмотрел как раз специально эти гаечные ключи. Еще один шланг нужен будет, но... В общем, невыгодно брать на барахолке гаечные ключи. Они там от 10-12 тысяч примерно. Проще их в рейде найти, тем более, что это не такая уж дефицитная штука. А шланги вообще обесценились. Там 15-16 тысяч, что ли, за две ячейки. Это копейки, короче. Нет, смотри, не тронут. Нормально. Пойдет. Значит, надо будет и тут ящики все посмотреть, какие знаю. И просто вдоль всех этих стеллажей прогуляться, посмотреть. Какие-то полезности. А, уже и время, нифига себе, я губу раскатал. Забыл, что я за дикого.
Ух, там кто-то грызется. Нормальный ящик. А по-моему, пистолет будет лучше, чем сайга, да? Патронов больше. А этот тайник вскрыт. Ого, БПшки, прикинь. А я сейчас смотрю, какие-то темные патроны. Давай, давай, доставай. Сорок БП, это не дурно, не дурно. Можно будет в СКС заряжать их. Я с СКС люблю играть. Так, пожалуй, уже. Хотя. Давай пофиг, пробежимся, попробуем. 8 минут прям вдоль стеллажей. Пробегусь по ящикам. Не буду уже заглядывать. То, что на глаза попадется, то смету. И постараюсь на выход там же на МЧС выскочить, как в прошлый раз. Так. Пропан. Элит сейчас что стоит, не стоит, не по. О, ключ, то, что надо. Забираем. Пойдет. Минут. Ё-моё. Чуть не обделался. Блин, так играешь, когда редко, так шарохаешься потом каждых этих внезапных звуков каких-то. Ого, я масло, что ли, нажал? А, нет, Fire Clean. Смазка оружейная. Пойдет. Вот это вот я бы забрал тоже. Например. Вот так вот. ВД, ВД, ВД. По-моему, не нужна, блин. Нужна, не нужна, а потом вдруг она нужна. Ну вот. О, еще ключик. Раз, два, получается. Пойдет. Ну вот, двадцатку сэкономил. Свои. Ага. Вот такая штука тоже нам годится. Все, по хатам. Красало. Нифига себе. 100 лет тебя не видел. А вообще, я что-то не в тему. Я забыл, зачем я вышел, если честно. Что-то пошел полутаться чисто. Надо было за газаном же бежать. А не вот это вот все. Все, погнали домой. Вынесем хотя бы это добро.
Прапор подъехал с квестом «Каратель». Открываем эту серию. Часть первая. Убить диких на берегу, используя автоматы серии АКМ. А вот, кстати, первые квесты на маяке. Тайны корпоратов от механика. Найти данные о работе насосов. Найти отчеты о работе станции. Есть у нас один тут трофейный АКМчик. Пожалуй, я его тогда сейчас, наверное, до ума доведу. Соберу немножко и с ним пойду на бережок прогуляюсь. Собрал себе АКМ. Скромненький довольно. Ничего, никаких тут изысков. Ничего там крайне редкого. Глушилу поставил. Потому что я пойду по диким стрелять, чтобы не шуметь лишний раз. Идем за ЧВК на берег. С утра пораньше страховать буду шлем и автомат, пожалуй, да? Больше ничего не надо. Мешок небольшой, кстати, взял, чтобы не таскать тяжести. Поехали. Сейчас на берегу очень удобно расположены выходы, и с той и с другой стороны можно в любом случае выйти, поэтому где бы я ни появился, я пойду смотреть сигнал и параллельно буду постреливать по дикарям. Чик-чик. Понял. Возле чупа-чупса, значит, первая наша точка интереса. Основательно прям конкретно за дикими ходить не буду. Постараюсь долго в рейде тут не тусоваться. Хотя, как пойдет. Опачки. А зачем они мне? У меня не страхованные все равно. На чупа-чупс наверх. Мне надо сигнал там проверить. Плюс там есть сейф. Картотека, говорят, флешки больше не спавнятся. Так что смотреть, наверное, там и нет даже смысла. Там есть компьютер, там есть сейф. Там и поглядим. Стоит. Он еще один. Забежал, да? Он дикий был. Что-то я не понял, это дикий был или кто? Да дикий, скорее всего. Так, смотрим антенну. Есть. Один. Ну, главное, что все пока бесшумно проходит, да? Сникерс такой аристократично лежит, да? На тарелочке аккуратненько. Вилочки с ножичком только не хватает. А надо будет, кстати, в телах диких посмотреть. Возможно, у них там будут бинтики. Ой, бинтики, говорю, эти. Таблетки. Таблетки мне нужны. Тут пусто. Сайра, горох. ПСки. Понял. Картоха нулевая. Надо же.
Ну вот. Не хотел, блин, загруженным бегать. Стоило только... Ого, нифига себе, полный сутрик. Еще картоха, серьезно? Это я бы забрал, да? Да. Так, как сделать? Может переодеться просто в картоху, а? Свой бронеразгруз скинуть? Кушары куда-нибудь. Ну все, теперь лутаться точно не буду. Пожалуй, так и сделаю. Картоху просто надену трофейную, да, на себя. Вот так, это сюда, сюда. Так. И отсюда добришко перекинем просто в свой мешок. Вот так вот. Ну и вот. И нормально, считай. Бинты. Так, это кровь, это аптека. Все. О, погнали. ЧВК есть на карте. Там бегают, там кто-то на мину нарвался. Но они мне не нужны. Поэтому я пойду сразу смотреть второй сигнал. А второй сигнал — западное крыло. Блин, перебегать на ТЭЦ тут опасян. А там, наверное, внизу и перебегу. Вверху, то есть. Хрена себе. Понял. Как скажешь, братишка. Не обделался, нифига они, блин. Ребята серьезные. Всем рассказал, да, что на ГЭСе кто-то есть. Ага, СКС подошел, кстати, туда же. Так вот. СКС, который там возле заправки примерно. ГЭС подошел. Кто-то есть. Дикий, скорее всего. Что-то он двигается не совсем как дикий. Залетаем. Очень уж аккуратный, дикий, слушай. Прям в приседе ждал меня. Каков хитрец.
Так. Ладно. А прошмыгнуть здесь. Короче, если делать все быстро и оперативно, то так даже немножко проще, я бы сказал. Хотя бы потому, что ты в итоге челоботов не будешь кормить. Эти ребята отчаянные, терять им нечего. Опа. Или это другой СКС? Ага, кто-то по железке слышал? То ли поднялся, то ли спустился. Меня, скорее всего, сейчас будут ждать, что ли? По вот этой металлической лестнице шагал, я точно слышал. Ага, СКС уже там. Так, выход между скал убрали, вы говорите, да? Да, он только что здесь был. Где там? Где там квест-то? А, просто сигнала не было. Выжить в эти с локации теперь мне необходимо, понимаешь? Он прям подо мной шарится. Что-то я не пойму, что он там задумал. Надо валить отсюда. Надо, значит, свалим, да? Есть. Вроде свалил. Так, ну чтобы закрыть теперь квест этот, мне необходимо выйти с локации. Выходить я буду, вижу дикого. Выходить я буду на маяке. В сторону маяка, точнее, за болотами. Опа, еще один. Стоять. Да помрешь ты сегодня, нет?
наконец-то. А что с бинтиком-то, пацаны? Мы так и не решили же, что с бинтом. Ой, с этим. С таблетками. Сахер сюда, это внутрь, и все, получается. Можно будет за таблеткой попробовать сгонять за дикого. Блин, ради одной таблетки надо в целый в рейд выходить. Тоже такое себе. Развлекалово. Где эта таблетка? Блин, когда она не нужна, ее как грязи этих таблеток. Валяются бесхозные, никому не нужны. И попутно-то ничего нет. Может, на таможню сходить за дикого попробовать? Наверное, попробую схожу за дикого на таможку разочек. Быстренький. Там надолго все равно не закинет на карту. В медблок в этот забуриться, да? Так, все, получилось. Вроде как. Да, нормалек. Ну вот, есть один квест. 18 минут, 3200 очей, квест выполнили, и шестерых еще и диких с собой забрали с АКМа. Это пойдет как раз в счет квеста «Каратель». Рейд «Долгий ящик» откладывать не буду за дикого, сразу же пойду на таможню, подню и поищу там таблетку. Ой, блин, мне до медблока. Ой, ёлки-палки, 14 минут. О, я вспомнил, сейчас я посмотрю одну тут сумочку медицинскую. В таких сумках тоже они спавнятся. О, РПС. Она же мне как раз вторая нужна для барахольщика будет. По одному из его квестов. Квест, конечно, не скоро, но... О, красавчик. Швейный набор. Точнее, для шитья. А давай здесь медсумку посмотрю. Опа. Здорово. Есть таблетка, братюня. Понял. Хотя этих таблеток где угодно, они и в картотеках, по-моему, тоже спавнятся, да? Сейчас посмотрим тогда здесь синюю картотеку. Все, что, короче, по пути, то посмотрю. А выход у нас... Проход между скалами, склад номер 4, старая заправка. О, на старой заправке как раз выход недалеко будет. А четвертый склад это где? Четвертый склад, это где ЗБ, по-моему, да? Рычаг включается. О, картотеки что-то вообще скудно.
Понял. Типа бировец буду. Надел кепку, значит бировец. Главное, чтоб свои не попутали, да, с чужим. Пусто, ничего нету. Ну, погнали на ту сторону, значит. Там пару тайников у нас есть под трубами. Я уже 1000 лет туда не заглядывал, под эти тайники. Ящик, сумка. Здесь же. А там и дикий как раз носится. По-моему, дикий. Не, вон труп лежит. Хотя трупы могут быть еще с начала рейда тут валяться. Те, кто перебегал ЧВК на ту сторону. Так что это не показатель трупы. Даже если вскрыты, обшаренные эти тайники, сумки, есть большой шанс того, что и просто не взяли таблетки. Как говорю, они нафиг не нужны. Вот я вообще не беру без надобности эти таблетки. Они... Только он только что вскрыт. Значит, там не дикие. Ну, скорее всего, что этот, как его, что лобот. Уже не вмещается. Что-то впихует там, впихует. Ладно, надо главную цель осмотреть, медблок. А, похоже, что это не какой-то там обычный дикий был, да? Пацаны, уже красный таймер. Понял. Ловить здесь нечего. Блин, ну... Что такое? Да, это значит был не просто какой-то бот. Это был игрок. Тут у нас технического снабжения ящик. Не совсем то, что нам надо. Так, тут не лутали, гляди. Или проигнорировали просто. Хотя я сам, по-моему, что-то мозги парю. Надо наверх тупо подниматься и сразу же смотреть лабораторию, да? Потом, если что, вниз спуститься, если там пусто. Разведданные.
отсутствуют. Блин, аптека, все есть. Бинтов, вагон. Таблетки нет. Как жить-то? Пипец. Ну ладно, сломя голову, тогда ползем на базу Решала и на старой заправке тогда будем выходить. Там же старая заправка вроде была, да? Да, старая заправка, понятно. Не убивайте, пожалуйста. Мне нужна только таблетка. Да, ну нафиг. Шиш тебе, а не таблетка. О, медобеспечение, ну давай. Давай, родненький. Давай, родненький. Ой. Понятно. Тут же, по-моему, еще медицина может быть, да? Опачки. Прокил медальон лежит. Под тряпкой. Так, медицина, медицина. Это тут ящики были. Здесь, по-моему, медицина. Продовольствие. Где же медицина была, а? О, медобеспечение. Тафай, тафай. Йо, пипец, я не могу найти таблетки. Я таблетки не могу найти. Проблема найти таблетки. Офигеть. Кто бы сказал, не поверил. Пацаны. Таблетки есть? Блин, жесть. Я не, так и не смог найти таблетки. Ё-моё, вы серьезно? Хотите сказать, что я без таблеток домой пойду? Упс. Единственный этот остался вариант. А, хотя подожди, вот здесь, по-моему, медицинский, да, еще этот ящик. Нет, техснаб. Единственный вариант, который остался, это в четвертый, этот самый как раз таки цех. Если он четвертый. А, тут же еще сумка есть. Не, давай я все-таки в четвертый пойду. Посмотрим в четвертом. Там, я думаю, больше вероятность. Там сумка. И тушка лежит, вокруг которой медицина часто появляется. Боже что мой, какие-то таблетки. Всего лишь навсего. Тут в подземке. Нету, прикинь.
Ух, мать. Нормальный ящик. Вот как-то так. Я очень надеюсь, что это и есть четвертый. Тот самый выход. Ой, блин, прям передо мной заспавнился. Годей. Это ты? А, это не он, что ли? Так четвертый. А, вот четвертый. Че? В чем проблема? Почему не выходит? А, вот здесь выход. Ну ладно, так тогда выходим. С тем добром, что наковыряли. Не судьба, значит, этот дейлик не закрыть. 14 минут, и я так и не нашел таблетки, мать их, прикинь. Анальгин, просто пачку анальгина не нашел. Ее и в убежище не сваришь никак. Вот такие дела. Сдаем квест-сигнал, часть первая. Я что-то в попыхах забежал за дикого и забыл совсем про механика. Дает сигнал, часть вторая. Здесь у меня уже все готово. Центральные процессоры 3 штуки. Аккумуляторы 3 штуки. 3 платы готовы уже. И 3 джифона сломанных. Сигнал, часть вторая, квест завершен. Скаут квест дает найти 3 выхода с завода. За это он мне уже выдаст видеокарту целую в награду. Намана. Сигнал, часть третья, дает глушилки. Надо подавлять сигналы на берегу в 3 местах условленных. Барахольщик у нас 2 уровня, значит могу улучшение заказать зоны отдыха. 2 часа потребуется на установку. К следующему выпуску как раз будет готов. Заказываем улучшение, 4 часа и будет... 2 уровень пищеблока. На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Всем отличного настроения, приятной игры. Благодарю за пальцы вверх, за ваши комментарии и, безусловно, за вашу поддержку. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.